Друзья, доброе утро. Едем по делам, и снова мы с вами. Всех с прошедшими праздниками, с Днем Победы, всем мирного неба над головой от души желаем, чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не знали никогда, что такое война, а знали только про слово «война» по рассказам и ни в коем случае не по своему опыту. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы остановились на 2 апреля. Наталья пишет вопрос. Не вопрос. Письмо называется «Двойня, двоеточие. Личное пространство для каждого». Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Наталья. Вы герой. Спасибо. Взяли на себя такую важную миссию просвещения мамочек. За что вам огромное спасибо. Смотрю ваш канал. Очень много полезного для себя нашла и внедрила в нашу жизнь. Спасибо, Наталья. Возник вот такой вопрос. Как быть с личными границами каждого малыша для двойни? Вы говорили про игры на площадке, чтобы оградить одного малыша от других детей и помогать общаться. А как быть с двумя дома? Как их оградить друг от друга? И надо ли? Нам сейчас 1,5 года. Экстренное кесарево на 36-й неделе. Начиналась гипоксия. 8,8. У обоих по Абгар. У одного малыша, сразу же, у Артема, сразу же по именам, чтобы было проще понять, в 0,5 года была операция на сердце, врожденный порок. Отставал в развитии. 8 месяцев начал переворачиваться только. В 10 ходить вдоль опоры, в 11 сам сидеть, в 12 пошел. Сейчас навыки сравняли с братом. Не говорит. Бог смешается. Сравнялся с братом. Не говорят оба. Звукоподражание есть только у Максима. Семья полная. Папуля 5 дней в неделю на работе. Отношения хорошие. Папуля яркий холерик, я флегматик больше. Держим режим. Засыпают с нули самостоятельно в отдельной комнате. Спят хорошо. Из дома выбираемся только на прогулки. Я с ними постоянно вместе. Крайне редко с кем-то оставляю. За мной ходят хвостами. Сами в комнате не играют. Делаем все вместе. Началась серьезная дележка пространства от игрушек до мамы. Максим очень часто отбирает игрушки у Артема, на что Артем реагирует плачем. Я не всегда успеваю среагировать, предотвратить. Это происходит очень быстро и для Максима, в кавычках, между дел. Я чаще проговариваю Максиму, что нельзя забирать игрушку у брата и прошу отдать игрушку, правильно. И либо сам протягивает с виноватым видом Артему, или отдает мне, и я возвращаю. Максим знает, что нельзя, но все равно постоянно это делает. Продолжаем говорить, капать на мозг, продолжаем это вот воспитание. Это, мне кажется, пожизненный процесс, да? Пожизненно, вяк-вяк-вяк-вяк, выключи свет, поставь ботинки на место. Это постоянно будет что-то говориться, да. А если вы не будете говорить, ну, правила не автоматизируются, не выработаются, не лягут как нужно. И тем более он все время будет проверять ваши границы, все время будет подзатыльника выхватывать вот этот вот слабый, скажем так, в кавычках, да. А тот будет за счет этого, как сказать, самоутверждаться. Самоутверждаться будет, и, естественно, все это ради и внимания мамы, и самоутверждения. В общем, говорим, капаем постоянно. Если вот Максим будет знать, что ни один случай не пройдет мимо мамы, как бы мимо внимания родителей, родители все равно заставят сделать так, как положено, по правилам, то я думаю, что со временем меньше будут гадости выделывать. Максим же тоже иногда плачет, если не дать эту игрушку, и начал в последнее время выгибаться и падать на спину или попу, когда не получает желаемое. Бывает, Максим только задел игрушку, Артем уже бросает и плачет. После становится раздражительным и чуть что сразу в слезы. Стал часто бить Максима в ответ, а иногда просто так. Максим в обиду, иногда в ответ. Она как быть? У Артема на любой запрет слезы. Бывают истерики, что особенно напрягает. С появлением, наверное... Так, давайте тут по ходу дела. Значит, после становится раздражительным. И чуть что сразу же слезы. Стал часто бить Максима в ответ. А иногда просто так. Как быть? Как плохо, когда детей не видишь. Приходится это представлять, додумывать, догадывать. Значит, что получается, Наталья? Значит, младший, скажем так, Артем уже привык, что его прессингуют.
И он получает как бы желаемую защиту только тогда, когда ноет. Теперь он стал уже предугадывать, получается, ситуации. И еще ничего не произошло, а он уже ноет, дабы его защитили. Правильно? Значит, что делать в этой ситуации? Либо, получается, не доводить до того, чтобы отобрали. Нам сейчас 1.5 года. 1.5 лет ты не остаешь, они там могут все что угодно накосячить. Там. Надо все вместе. Либо это как-то вот разводить, скажем так, по разным углам. Вот тут твое пространство, тут твое пространство. Уже каждому свой какой-то уголок. Там твои игрушки, тут твои игрушки. Все равно же игрушек должно быть по две, по-любому, как ни крути, у детей. Это когда двое детей, да, и две одинаковых игрушки. Или две разные, но хотя бы машинка и машинка. Там, допустим, кастрюлька и кастрюлька. Не обязательно, чтобы они были одинаковы, но хотя бы, ну, хотя бы, чтобы они по принадлежности были одинаковыми. Вот. Ну, вот как вот тут лучше быть? Либо вот сидеть ограждать, действительно, потому что вы видите, если вы видите, что Артем, скажем так, младший, не может действительно за себя постоять в силу вот пережитых всяких приключений в его вот в маленькой такой жизни уже что-то было, и он физически слабее, чтобы действительно как-то вот самому разобраться, значит, я так думаю, что до того возраста, пока он не окрепнет, они прям не сравняются. А хотя вы говорите, сравнялись, да, вот здесь вот писали сейчас. Ставил вот так порог сердца, тра-та-та. Сейчас навыки сравнялись с братом. Навыки. Ну, навыки сел, пошел, наверное. Вот это имеется в виду, да? А вот по силе, по внутренней силе, вот сравнялись они одинаковые такие или нет? Вот если нет, вот действительно, если заклюет, как бывает в гнезде, что птенец посильнее заклевывает птенца послабее, ну, понятно, до какого состояния, да, может заклевать, чтобы выжить самому одному, то здесь, мне кажется, нужно вмешиваться и либо их как-то вот по разным коврикам, по разным углам, потому что сейчас они все равно вместе не будут играть, вот как хотелось бы взрослым, что на тебе и эту, ну, давай вот эту, давай вместе катать, давай вот вместе какой-нибудь там гараж построим, все равно этого не будет еще, это будет все попозже. Вот, значит, до этого времени пока сидеть между ними и быть миротворцем, что ли, разводить по углам, у каждого свой угол, своя игрушка, чтобы не было камня преткновения, скажем так, отобрать, стукнуть и так далее. Вот. А если вы считаете, что он все-таки сильный и может дать сдачу, и просто аккуратничает, осторожничает, но мне кажется, братьев, вот вопреки вот моим рекомендациям на улице, да, против чужих детей, мне кажется, здесь можно оставить, да, и пусть разбираются. Как вот думаешь? Подумай мне самой. Машинка ему было не тюкнула. Но быть все равно рядом, но быть рядом, с полуторалетним в любом случае ты рядом, правильно? Но хотя бы не бежать, вот первые сопли у Артема появились, не, ну вот слезы, да, не бежать, не говорить, ой, ты мой бедненький, что случилось, и там тумаков выдавать этому Максиму, ты там чего, ну не разбирайся, в общем, ты чего там брата гнобишь, а сказать, ну а что ты ревешь-то? Он тебя не трогал, он просто мимо прошел, задел. Ну, бывает. Ну, как-то вот начать, может быть, если вы считаете, что он физически и по внутреннему какому-то силе, воле, вот состоянию, какому-то характеру, темпераменту, он может давать отпор и может без вас разбираться как-то вот, или потерпеть где-то, или ну, действительно применить силу и отобрать, или не дать, или защитить вот свою машину. Если он может, значит, надо помогать ему моделировать эти вот ситуации и помогать ему взращивать, скажем так, характер, силу, в кавычках, не силу вот тумаков, а силу вот, внутреннюю силу. Потому что, Жожа, так и будет. На улице, понимаю, вы защитили, пошли на другую площадку. И здесь вы не можете замечание сделать и разобраться вот с чужим ребенком. Здесь мама может орлиться, пролететь, это и вам тумаков надавать, да? А вот дома, наверное, им нужно уже как-то притираться и самим вместе разбираться. Конечно, не доводим до кулаков однозначно. Не разрешаем кого-нибудь там в рукопашную. Вы видите, что Андрею тяжело, действительно, прям вот... Артему, да, действительно тяжело дать какой-то отпор. Вот, хотя бы отодвинуться, хотя бы встать, отойти там, как-нибудь отодвинуть, руки выставить. Если ему это все тяжело, тогда будьте выполнять пока функцию. Если нет, тогда вот помогайте ему как-то вот шевелиться уже, противостоять, скажем так, нахрапу Максима-то.
Значит, семья полная, папуля тра-та-там, постоянно вместе, крайне редко оставляю. Начала серьезная дележка пространства. Значит, пространство нужно разделить, чтобы не было дележа, четко дать понять, тут твое, две одинаковые полки, вот вам по машине, вот вам по кастрюльке, вот вам по пластилину, все, вот по доске, чтобы не было вообще вопроса о дележке. Если он полез, вот Максим там у Артема что-то отбирать, ну куда ты, вот же у тебя точно такой же пластилин, ну точно такой же. И вот так вот месяц за месяцем, неделя за неделей, век-век, и он уже привыкнет, что там не нужно отбирать, есть свое. Это однозначно, да, зонировать зоны, и все одинаково дублируется. Так, я не всегда успеваю, тра-та-та, Максим, тра-та-та, та-та-та-та. Бывает, Максим только задел. Да, вот здесь Артему нужно не бросаться его жалеть, а сказать, что он уже просто задел, ничего страшного. Стал часто бить Максим. Вот здесь вот по поводу бить, здесь прям четко вам нужно правило поставить. Не вы детей, не дети вас, не дети детей. То есть здесь прям вот наказано и все. Даже разбираться не буду, кто чего там сделал. Вот нельзя и все. Здесь нужно довести до детей, что табу по поводу рукоприкладства. А это они же что же объяснить пока не могут разобраться. Значит, быть здесь и видеть эту ситуацию, чтобы понимать, кто не прав и кому лекции читать. Что особенно напрягает, с появлением навыка катать машинки начал прям залипать на это. Очень хорошо. Поясню, стал катать машинку по пальчику. Ставит пальчик на колесо и катит. Если забрать машинку в этот момент, то истерика с валянием на полу гарантирована. Не отбирайте. Знаете, тогда эту особенность не наигрался. Еще интересный процесс. Кажется, катать, ползая на коленках, то есть не только по пальцу. Как по пальцу можно катать? Ну да, вот так вообще. Вот так? Вот это все? И колесиком. Да? Ну ладно. Вам, девочкам, непонятно. Ну да, извините. Катание переключилось на все, что может катать, ползая на коленках, то есть не только по пальцу. Катание переключилось на все, что катится. Раз на улице начал катить новую коляску. Я шла, ему помогала. Потом говорю, пойдем назад. Это далеко от брата с бабушкой ушли. И тут он остановился, упал на спину и начал рыдать. Я не понимаю, что случилось. Поднимаю его, объясняю, что не забираю коляску, что мы просто развернемся и все. Вроде успокоился, идет дальше. Я говорю, может, пойдем на качели покачаемся? Он обожает кататься. И снова все повторяется. Так было раз 10, пока не дошли до дома. Потом с истерикой заходили домой. Это мы про Артема говорим, да? У Артема на любой запрет слезы, что особенно напрягает. У Артема. Артем надо вообще держать у невролога на пульсе. Как какие-то непонятные истерики, вам кажется, что без причины, и вас они тревожат, и вам кажется, что они какие-то ненормальные, или какие-то выгибания, падания, сразу к врачу и все это дело на пульсе держать однозначно. Вот когда у детей всякие такие вот приключения в процессе, скажем так, дозревания нервной системы происходит, то за нервной системой нужно следить однозначно. Так, отобрать коляску, тра-та-та-та-та-та-та. И снова все повторяется. Так было раз 10, пока не дошли до дома. Потом с истерикой заходили домой, так как пришлось отобрать коляску, иначе не заходил. Мне непонятно, как с этим бороться. Ну, во-первых, говорю, нужно у невролога просмотреть, чтобы он сказал, что это не побочка, скажем так, нервной системы, а просто вот этап взросления. Либо это нервной системе нужно помочь медикаментозно, или, может быть, массажами, или чем-то расслабляющим справляться вот с изменением, скажем так, в окружающей среде. Вот. Либо это вы не учли, скажем так, его вот это вот состояние, скажем так, ему хочется, ему нравится, а вы любимый плод запретный вот этот вот отбираете, конечно, будет бурная какая-то реакция. А вот чтобы ее не было, все в игровой форме. Я говорю, пока вот воля не выработалась до двух с половиной, они же к ним, как говорится, на хромой кобыле не подъедешь, да? Тут нужно все вот в лоб, вот так нельзя, быстро встал, собирайся, идем в детский сад. Вы, конечно, получите обратную реакцию. Здесь нужно вот змеей извиваться и всячески уговаривать, зубы заговаривать, каким-то прибаутками, песнями, и вот в игровой форме как-то отвлекая все это делать свои дела. Иначе не получится никак у ребенка вот
в таком возрасте как-то вот направить его в наше нужное нам русло. Если что-то такое, о, давай, вот вам домой нужно разворачиваться, о, водитель, давай, точно, поворачивай сейчас направо, а там у нас дома еще парковка есть для нашей коляски, а в коляске еще можно и этого покатать. Ну, то есть, ну, приходится что-то придумывать, что-то вот как-то в игровую форму все это превращать, чтобы ему было интересно заехать и в подъезд, и в лифт, и подняться домой. А вот так сказать, нет, давай, быстро собирайся, разворачиваемся. Может быть, вам нужно к ребенку приглядеться и посмотреть на его особенности, на его желания, и вот под эти желания подстраиваться. А что делать? Приходится, да. Либо нервную систему посмотреть, если она там зашкаливает, натянута, и ей нужно помочь. Мне непонятно, как с этим бороться. Вот, два варианта вам. Сейчас на улице увидеть любой транспорт, что можно покатать, от машинки до велосипеда. Нужно дать ему, если не дать, падает и орет. Что это может быть? Как к этому относиться? Ну, сказала уже, да, либо неврологию проверить, либо вот очень нравится и завалить его этим всем, понимать его сейчас, вот это вот желание, интерес, и всячески поддерживать, да, и наоборот, на еще вот это покатай, а вот смотри, у меня еще вот колесо есть, и вот это покатай. То есть, наоборот, насытить вот эту вот сферу, и это дело перерастется, а может быть и не перерастется, как мы говорили, что мальчишки плавно от машинок и переходят потом вот, как это вот в это все любительство называется, да, с машинами связанное. Так, последнее дальше. В последнее время Артем начал плакать, когда я мою Максима или одеваю. Пытается забраться тоже на руки. Видимо, стал ревновать. Рыдание, прям слезами горючими, пока его не возьму. Значит, старайтесь вместе, если видите, что ревнует. Старайтесь, ну вот чувствует, видимо, себя заниженным, приниженным, ущемленным. Ну вот, что его тюкают периодически, да, он чувствует себя незащищенным. И отсюда повышенная, естественно, плаксивость. Здесь нужно, значит, его первым мыть, его первым одевать. Или посадить на коленки, давай вот и Максимке носки наденем. Ну вот стараться видеть тогда двоих, вот свое внимание уже пополам расщеплять, раз вот так вот ревностно. И не давать тюкать, этого подбадривать, как у тебя здорово получилось. Тому не разрешать клевать, если без дела все это происходит. Рыдание прям слезами горючими, его пока не возьму. Не всегда сразу же это получается сделать, как себя вести при этом, сказала. Еще очень интересует, как заниматься с развивашками с двумя. У нас несколько минут, потом все начинает разбрасывать, забирать друг у друга. Либо пока одному рассказываю, второй уже грызет карточки. Закончить тоже получается сложновато, так как переключить внимание не могу. Остается только забрать, чтобы не сгрызли, не порвали или не сломали, а это слезы. В общем, подскажите, пожалуйста, как организовать процесс. Значит, вот с такими маленькими детьми, да еще и двое, когда еще не сидят, не занимаются, не слушают, еще между собой что-то делят. Игрушки должны быть развивающие, такие, которые нельзя порвать, сломать, разломать, проглотить, что-то такое. Вот, в общем, нанести какой-то вред. Пока никакие карточки не давайте. А если даете, то это картонные либо заламинированные, которым, ну, ничего, не будет, либо какие-то клеенчатые. Такие бывают игры у нас, лото на клеенке. Господи, было метро, теперь огромный KFC. Вот. И опять же, все по два, чтобы не было что отобрать. Если вы занимаетесь за столом, значит, вы как-то вот посередине этого стола, вот икеевский, я представляю, прямоугольный, они диаметрально противоположны, друг напротив друга, чтобы вообще не дотянулись никак. Вы вот так как-то посередине стола. И туда успеваете, и сюда успеваете. Видите, здесь начинает уже терять интерес, уже бесится. Убрали что-то из-под стола, новое достали. На полу занимаетесь, значит, между ним сидите. Это справа, это слева, и вот подавайте. Видите, он уже начинает заводиться. Все, подмышки обоих подняли, поставили на подоконник, там, допустим, ворон начали в окошко рассматривать. Но здесь нужно быть опытным таким прям вот человеком, чувствовать, чтобы действительно прямо организовать какой-то там образовательный, ну, хоть чуть-чуть там, микроскопический образовательный процесс. Пробуйте, радуйтесь каждой минуте, даже вот минуту посидели, это уже хорошо. Полтора года же это очень маленький возраст. Тем более дети вдвоем и привыкли что-то там друг у друга отбирать. Будьте между вот все время, пока не понимают слова «нельзя», «подожди», «потерпи», «мы так не делаем», «так не поступают», да, «отбирать нельзя». Пока вот это вот они еще эти правила не приняли, будьте между ними и вот брейк, да, как-то. Брейк – это начинаем драться, да? Нет. Да? Не помню. В общем, стоп между ними.
банки с ежами вам те же подойдут, палки. Вот нужно вот что-то такое, чтобы много у них было высыпано перед ними, и у каждого был, допустим, по какому-то агрегату, чтобы они вот с этим много высыпанным могли делать. Как, например, банки с ежами, вот мы рассказывали, да, в видео. Банка-банка и много ежей, тут уж не подерешься. Или счетные палки, опять банка-банка, чтобы это дело вставлять. Что там у нас еще? Ну, пуговицы, да, в этом возрасте. Что-то на палку нанизывать в виде пирамиды, тоже пирамида-пирамида. Что-то такое крупное, что нельзя сломать, даже если они куда-то там в бешенстве закинули, чтобы это... А карточки рано, мне кажется. Подождите, пока отработаете усидчивость, как мы в клубе делаем, в ближайший месяц никакие сильно там карточки интеллектуальные мы детям новеньким, вновь прибывшим, не даем. В основном это какой-то раздаточный материал, который убить нельзя. И ждем, пока они на этом раздаточном материале выработают усидчивость. И тогда уже видим, что ребенок заинтересован, он ждет, он знает, что будет что-то интересное, он никуда не уходит, тогда уже можно какие-то карточки. Так, реакция плакать, чтобы добиться чего-то, я думаю, могла появиться, когда он до 8 месяцев лежал и только плачем добывал желаемого, естественно. Или это уже сформировалось благодаря брату. Ну, может быть, тогда началось, ребенок же знает, что я поплакал, ко мне пришли, да, он, а как ему еще позвать? Понятное дело, что только плачем. А здесь еще он, наверное, чувствует, что его тюкают, и он не защищен, и вы где-то проглядываете. И вот достаточно одного раза, вот даже меня кто-нибудь в подворотне в темной на пугает, да, в следующий раз я уже в эту подворот не пойду, а я либо пойду, то с собой кого-то возьму. Ну, еще какие-то меры будут предпринимать. Двоим, да. Вот и он меры предпринимает у вас. Получается, один раз ему наваляли, и он уже теперь уже предугадывает, чтобы не получать этих тумаков, чтобы не было больно, обидно, страшно, да, что там еще. Вот он уже ставит, ну, предугадывает это дело и начинает реветь. Значит, ограждать вот на 200% от нападков брата, и через полгода, может быть, через полгода это забудется, и появится новая модель, более уверенная, и вот страх этот уйдет, что тебя постоянно тюк-тюкают. Да, это из-за брата. В общем, прошу у вас помощи в этой ситуации. Как быть? Находиться каждую секундочку с ними рядом нереально. Папуль на работе, бабуля приходит на прогулки. Заранее очень благодарна вам за ответ. Желаю вам процветания. Спасибо, с уважением, Наталья. Так, ну когда, значит, не получается быть каждую секунду-то, значит, либо одного с собой, либо обоих с собой. Обоих, как будто обои на стене, обеих, вот уже оба. Значит, оба или двое, сразу же забираем, двоих детей забираем с собой. Вот, либо этого в манеж, этого на полу, и загрузить прям игрушками. То есть у вас должно быть две корзинки, вот такие прям из Ашана, плетеные корзинки, пластмассы вот эти вот синие, зеленые, в которых что-то вот такое неожиданно навалено. Если вам вот срочно понос, простите, приспичило, вам нужно дернуть, с собой никого не возьмешь. Вот этого туда, этого сюда, на пол, естественно, высыпали корзинки игрушек или просто корзинки поставили и дернули. Я думаю, что минут 5-10 у вас точно есть. Вроде бы не должны друг другу пойти и отбирать. Ну вот придумывайте и на чеку. Чуть-чуть осталось. Полгодика, я думаю, в два уже будут они другие. А к трем они вообще уже совсем другие дети. Ну, если заниматься воспитанием, естественно. Наталья, я думаю, мы тут все ответили, да? Это была Наталья, 2 апреля. Ответили.